Вот это херня, которой я раньше верила, да, любила, дорожила ей и думала, что вот, да нахер какой-то мужик нужен, да? Вот, она меня, скотина, тоже подводит. Тупой маразм, вот реально. Отмазки какие-то, чё за бред? Вот он мне подарил такой замечательный букетик. Парень покончил жизнь самоубийством и слетел вот с той горы на машине. Если честно, мне очень жутко. Прям не по себе. О, фух. Всем привет! А тут, короче, такое дело, друзья. Один из моих зрителей сказал, что очень срочно нужно встретиться, убеждал меня в этом, ну, достаточно долго, я скажу, вот. Высылал мне там фотографию паспорта, там, и так далее, и тому подобное. О себе рассказывал. Но, в принципе, я не поняла, для чего встретиться. И вот он сегодня специально приехал в Анапу. Я даже, честно, не знаю, откуда. И я, естественно, взяла с собой камеру. Но снимать я буду на телефон, чтобы он не видел камеры, да? Ну, потому что, ну, кто его знает? А вдруг это какой-то маньяк, да? Нападет меня и дальше куда-нибудь. Вот, поэтому на телефон я буду снимать. Ну, а там уже по ходу дела разберемся. Но, честно говоря, для чего он приехал, что он хочет, я не знаю. Посмотрим. Сейчас я уже практически подхожу, включу телефон и, наверное, буду вот так вот держать, ну, типа, пиджак буду держать. Вот, как-то так. Но других вариантов я просто не вижу снимать. Вообще никого не вижу. Либо надо мной издеваются в прикол. Сейчас напишем ему, спросим. Я думала, это прикол какой-то. Откуда же я знаю? Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Приятно очень. Да, сейчас ты мне все будешь рассказывать, что к чему вообще и для чего это все. Ну, это мне очень нравится. Ну, пойдем куда-нибудь на скамеечку, в тенек. Что это, солнышко немного напрягает. Да, я сейчас в Питере ехал. У нас школа, я выехал. Откуда ты ехал? Ростова. С Ростова. Три часа ночи поезд сюда обратно. А, ты на поезде еще? Да я ж откуда знаю. На велосипеде, может. Да нет, на самокате. Ну, на самокате. Где ты работаешь? Я в Пятерочке, за сердце. Серьезно? Да. А что ты мне какие-то фотографии присылал? Там геолог где-то, да, там в тайге там какой-то. Да, работал, могу все рассказать. На Донбассе был, так что у меня здесь крайне не хочется. Ну ладно, сейчас присядем и расскажешь. А я думала, все, прикол какой-то. Нет, тут походила вокруг и пошла. Слушай, я первый раз в этом городе. Да, я понимаю. Или очень... у Маши нет каникул. Там, сейчас, я погоди. Тут туда пешком. Ну, город маленький тут. Я тоже везде пешком хожу, вообще не люблю ездить. Тебя так и зовут Роман, или... Ну да, на самом деле, я не паспорт показываю. Да ты мне уже присылал фотографию. Достаточно. Я человек порядочный. Будем надеяться. Нет, нет. Врат нужен тогда, когда это трудно проверить или невозможно. Вот нет, не управить. Это проверить еще не стоит. Вон скамеечка, пойдем, пока никто не занял. В итоге так и пришли к выходу. Ребят, сейчас идем снизу высокого берега. По берегу, вернее, высокого берега. Вот как. Меня вот эти люди наверху пугают, потому что столько тут уже раз люди падали сверху. Вот. И недавно, буквально 26 или 27 октября, ну как говорят, парень покончил жизнь самоубийством и слетел вот с той горы на машине.
я ж, конечно, иду к машине немного, конечно, жутковато. Но я хочу посмотреть. То есть, когда он летел с горы, машина оказалась в одном месте, а он в другом. То есть его выкинуло из машины, получается. Ну, машину до сих пор не убрали. Аж это, знаете, дух захватывает. Вот, тут какой-то кроссовок. Я надеюсь, это не его кроссовок. Нет, 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 нет. Машина. И вот представляете, это вот буквально на днях произошло. И куда откинуло, да, этого человека даже. Ну, неизвестно. Я не хочу подходить ближе. Потому что как-то стрёмненько немножко. Очень даже. А не немножко. А, там кто-то лазит. Там кто-то есть? Заходит, связи нет. А что такое тут произошло, не знаете? Я не знаю, вроде это. Кто-то сиганул сверху, что ли? Я только зашла домой, просто уже на улице неудобно было снимать. Ну и как бы человека тоже не стала напрягать, да, не просить, чтобы он со мной снимался. Вот он мне подарил такой замечательный букетик. Очень-очень приятно, давно мне никто не дарил уже цветов. Так, сейчас я поставлю себе кофе и все подробно вам расскажу. Нет, давайте я все-таки сейчас кофе выпью и расскажу вам все на улице, потому что все, не хочу в этой обстановке уже ничего показывать и не рассказывать. Тем более мне бежать надо. Все, давайте сейчас на улице. Так, ну что я хотела сказать. Вполне обычный, простой человек, да, я так поняла, что с благими намерениями, то есть искренне со мной разговаривал. Вот, не то, что, знаете, встречались такие голуба, да, с которыми, ну, просто было невозможно даже разговаривать, общаться, вообще непонятно, зачем они шли на эту встречу. Вот, то есть человек на самом деле хороший, лица его не показывают, так как он знал то, что я снимаю влоги, да, то есть, ну, вот так вот получается. Я ему хочу сказать спасибо за такую прекрасную прогулку, позитивное настроение. И еще хочу отметить то, что многие, да, думают, то, что я какая-то долбанутая, там, извращенка, или как это выразится. Но при виде меня, о, сразу же меняется мнение. Вот, и что еще сказать, этот человечек, да, он приехал вообще из другого города, из Ростова-на-Дону, заметьте, просто приехал со мной встретиться, мы с ним погуляли, ну, наверное, час-полтора, то есть он приехал из Ростова на поезде и сейчас поехал обратно на вокзал и опять в Ростов. Он мне подарил букет цветов, что безумно приятно. Потому что как бы не все додумываются это делать. То есть он подарил две шоколадки, горький и молочный. Потому что он не знал, какой шоколад я люблю. То есть, ну и сувенирчики. Это очень-очень приятно. Вот. И еще очень многие спрашивают, как тебя там пригласить на свидание, да, как тебе там вот это там подарить. Вообще, как увидеть тебя. Ребят, я обычный человек. Вот честно, вы больше пишете. То есть, если вам надо, человек просто приходит. Просто приходит, я не знаю, просто появляется. Вот как этот человек приехал вообще из другого города. Все. То есть, мы встретились, мы прогулялись, поговорили там, посмеялись.
я не вижу вообще никакой проблемы. Это просто это новые знакомства, да? Все, не более. В этом ничего сложного нет. Прекрасный солнечный день. Короче, еще час назад, ровно час назад, я была такая злая на мужчин. А сейчас просто скажу, гуляйте лесом, мои друзья. Да, знаете, все так хорошо складывается. Че я там говорила, я уже забыла. Короче, я для себя решила так. Я поняла, что у нас мужчины так любят балаболить последнее время. Ну а к действию-то в принципе не переходят. Поэтому я думаю, пошло все куда подальше. Все, никто мне не нужен. Не хотите, как хотите. Значит, я решила просто что-то остановилось. Что-то остановилось. Я собираюсь на такую тему говорить. Так, ну смотрите, я договорю. Вот это херня, которой я раньше верила, да, любила, дорожила ей и думала, что вот, да нахер какой-то мужик нужен, да? Вот, она меня, скотина, тоже подводит в самый неподходящий момент. Ее надо заряжать, понимаете? И вот это вот то, что в самый неподходящий момент она садится, то есть все, я на этого негра просто, да, иди, отдыхай. Вот, потом я думала, после него, да, надо заводить мужчину. Но так как мужчины бла-бла-бла-бла-бла и больше нет, все, я думаю, ладно, раз у нас такие мужчины пошли, надо заводить просто любовника в конце концов. Смотрите, сколько плюсов. Это херня, бабу никогда не берите. Во-первых, она всегда холодная. Во-вторых, она может сесть. Если это не вибратор, да, без вибраций, то вообще херня. Вот. А если это, значит, мужик, за ним тоже нужен уход. То есть нужно постоянно отчитываться, где ты была, что ты делала, кто тебе там пишет и так далее и тому подобное. Тоже лишние проблемы. Любовник. Вот. Вот. Просто класс. Занялся, пришел сексом, все как надо, без всяких стеснений, потому что друг от друга нужен только секс и больше ничего. Все, никто ничего никому не должен, ни у кого никаких нет претензий. И самое главное, ни за кем не надо ухаживать. Помоется сам, писюн помоет сам. Все замечательно, все просто. И ты всегда удовлетворенно, весело, в хорошем настроении, ни на ком не хочешь сорваться, и ему хорошо. И вообще, вот просто выход из ситуации. Вот просто, вот знаете, это совет тем девушкам, женщинам, кто вот прям вот из последних сил пытается найти там любовь, там за каждого цепляется. Не стоит, не надо этого. Не надо этого. Я в последнее время просто, знаете, почему сделала для себя такой вывод? Последнее время я все как-то пыталась найти общение с противоположным полом. Не для секса, не, там, не для любви, не для чего-то, просто общение. То есть, вот, у меня это получается делать, но делать это ВКонтакте. Я говорю, так вы можете вот... Сама уже предлагаю, говорю, вы можете, давайте встретимся, там сходим куда-нибудь погуляем по набережной там и так далее и тому подобное. Просто пообщаемся, просто общение. Я не могу, у меня нет времени и так далее и тому подобное. Нахер ты мне пишешь что-то? Значит, написать, у тебя есть время, а на выйти пообщаться у тебя время нет? А вот эти вот переписки дурацкие... Я просто больше никому не буду отвечать. Если человеку надо, он просто берет и делает. А вот, это, вот этот вот маразм тупой, тупой маразм, вот реально. Отмазки какие-то, чё за бред? Поэтому я для себя решила, все. Я не хочу ни с кем гулять, не хочу ни с кем дружить. Заведу себе любовника, уже завела, и буду ходить всегда удовлетворенной,
веселой Кирой. Да, и тебя я пошлю тоже куда подальше. Вот такие вот пироги. Получилось так, что мне негде ночевать, но сейчас я куда-нибудь прибуду на место и расскажу подробно. Я просто балдею. О. Тут такой маленький унитазик, если жопа чуть побольше, то уже не войдет.